Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, как избавиться от запаха собачьей мочи. Каждый хозяин лающего питомца сталкивался с неприятной ситуацией, когда необходимо избавиться от запаха мочи собаки. Если животное испортило пол или мебель, стоит как можно скорее приняться за решение проблемы, иначе едкий запах может намертво впитаться в поверхность. Как же избавиться от запаха собачьей мочи? Давайте подробнее рассмотрим самые распространенные советы на эту тему. Используйте специальные нейтрализаторы, которые продаются в зоомагазинах. Эти средства в виде спрея в своем химическом составе содержат ферменты, которые полностью расщепляют мочевину и молекулы плохого запаха. Они не оставляют жирных следов и разводов и справляются с запахами любого уровня стойкости. Своевременное использование позволит предотвратить повторную попытку собаки пометить приглянувшийся ей участок помещения. Постирайте испорченные вещи и проветрите помещение. Шторы, коврики и другие тканевые предметы лучше постирать с использованием порошков и кондиционеров. Мебель можно обработать мыльным или порошковым раствором и пройтись по ней щеткой. Используйте подручные средства, например, подойдет марганцовка. Просто разбавьте небольшое количество этого вещества водой и обработайте раствором пятно. Также отлично справляется с запахами йод. Несколько капель йода разбавьте водой и нанесите на источник неприятного запаха. Смывать ничего не нужно, йод очень быстро испарится и выведет кристаллы мочевины. Используйте народные средства, например, сода отлично справится со свежими пятнами мочи, поможет уменьшить поверхность загрязнения и подготовить ее для очищения более решительными методами. Посыпьте примерно 100 граммов порошка соды на загрязненный участок и оставьте на полчаса. За это время сода впитает в себя лишнюю влагу. Для более радикального устранения запаха подойдет столовый уксус. Разведите его водой в пропорции 1:3 и смочите в его растворе тряпку или губку. Активно потрите загрязнение, затем оставьте впитаться на полчаса. Обязательно проветривайте помещение во время уборки, чтобы не надышаться уксусными парами. После высыхания протрите поверхность влажной тряпкой. Теперь вы знаете, как избавиться от запаха собачьей мочи. Следуйте нашим советам, и тогда вы очень быстро решите эту неприятную проблему. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!